Здравствуйте, ребята. Сидим дома. Хозяйка затеяла делать ремонт в кухне. Ну, раз ремонт, значит, надо и кое-что и поменять, заменить в кухне. Поэтому мы уже кое-что там сделали, заменили. Вот. И на этот раз, сегодня, сходили на новую почту. Нам розетка, интернет-супермаркет, розетка, выслала вот такой коробок. Это не что иное, как электрическая плита Гефест. Производство Белоруссия. Ну, сейчас мы откроем, посмотрим, что же это такое. Вот. Супермаркетом розетка, мы пользуемся очень часто, особенно в последнее время. Много выписываем товаров, кто следит за нашими видео. Так, что тут у нас? Хорошая упаковка, у нас сколько планочек. Ну, ух ты, какая белоснежная. Ну и что я хочу сказать, значит, здесь, вот я спереди, это у нас на 1 киловатт, это на 1,5 киловатта. И это на 1 киловатт. И экстренная вот 2 киловатта такая вот штучка. Барон, ты ходишь, проверяешь, да? Ну и сейчас я хочу сразу замерить, потому что для нас размеры были очень важны. Значит, ну высота не очень, потому что у нас там старая плитка уже стоит. Значит, высота получается у нас где-то от пола 87 сантиметров. Нам главное вот ширина. Сейчас смотрим. Ширина ровно 50 сантиметров. Это очень хорошо, потому что у нас старая печка, плитка 50. И тут у нас 60. Если взять по самую ручку, 60 где-то 4 сантиметра. Тут вот привязана вот такая штука. Ого, какой! Розетка. Ну, тут розетка. Ничего себе. Шнур, конечно, толстенный. Вот. Управление. Управление, значит. Это у нас передняя левая. Это задняя левая. Это духовка 2. Это у нас задняя правая. И правая передняя. Так, здесь у нас что у нас? Вот, видишь, как раз приподнял. Это понятно. Старый там шкафчик выдвигается, а тут ничего нету. Смотрим, что у нас тут внутри. Как Райкин говорит, а внутри средневекового рыцаря нашел. Это что у нас такое? А, это то, что ты говорила. Бортик. Это вот сюда. Это вот сюда ставится, как-то тут его надо смотреть. А, есть отверстие, есть. Это противень. О, видишь, как все закрыли, запаковали, чтобы нигде ничего не... Хорош. Ты говоришь, так эта духовка намного больше, чем наша. Ну да. Два спички больше. Так, что еще? Еще один противень, да? Вот, все, вот документы, все, вот гарантийный талон, наверное, купля, точно, вот он, эксплуатация, все как положено, как что включать, все это написано, все это есть. Ага, а теперь что у нас есть? Так, решетка. Еще один противень. Два противня, ничего. Это хорошо. Пирожков сколько будет? Хороший есть комплектик. Комплектация замечательная. Это что? Ого! О, оказывается, розетка есть здесь. Смотри. Розетка. Это не та розетка, что нам вышла. Это электрическая розетка. А мы выписали, купили в супермаркете. Это как специально дело для вот этой... Да. Устанавливается вот эта розетка, и все потом подключается. Ого, ничего себе.
Это чтобы розетку устанавливать, розетку в стенке. А, это ножки. Ножки регулируются. Высота ножки. А это вот крепление для розетки. Ну, в общем, все понятно. Вот так вот. Так что, ребята, будем разбираться. В очередной раз спасибо супермаркет, интернет, супермаркет и розетка. Быстро заказали, быстро прислали. Новая почта доставила нам бесплатно. Получили, привезли, разобрались. Не до конца. Будем потом пробовать подключать. А вам всем удачи, здоровья. Благодарим всех за внимание. До свидания.